профессию выбирал, основываясь на своих увлечениях. В тот момент мне очень нравились экстремальные виды спорта. У меня было какое-то романтическое представление, мальчишеское, скорее всего, это какие-то горящие здания, вертолеты. Во время обучения, кстати, все это было. Почему именно метро? Потому что меня заинтересовал сам объект, как инженерный, большой, что-то вот движущееся, вот это вот все машина какая-то. Сначала ты ее изучаешь несколько лет, а по прошествии уже 10 лет ты ее не только знаешь, ты ее уже чувствуешь, как она дышит, движется. Самые основные из видов работ – спасение человека из-под состава, возгорание, задымление. Не надо забывать, что метрополитен – это не только подземные, но и наземные участки, то есть есть 6 депо. Это очень большие по размеру объекты. Если у нас обычный рабочий день, то есть без выездов, без всего, то есть у нас идет теоретическая подготовка. Метрополитен большой, метрополитен сложный. Нужно регулярно проводить занятия. В принципе, я вырос вместе с этой службой. Появились новые машины, новое гидравлическое оборудование. Самое из последних – это свой современный комплекс, где мы каждый месяц проводим учения в теплодымокамере, отрабатываем тактику действий. Несомненно, этот комплекс, он просто приближает тебя к возможному ходу событий, но каждый случай, он индивидуальный. Метрополитен как одна из артерий города, происходит какое-то падение, сгорание, еще что-то, эта артерия, получается, перекрывается. Наша задача – эту артерию запустить. Петербург без метро и метро без Петербурга никак. Сопричастность к чему-то вот большому, историческому, интересному, что теперь не только ты читаешь историю этого города, ты сам в ней принимаешь активную часть, маленькая, небольшая, но непосредственная.